Уже не раз мы показывали на нашем канале, как возмездие и карма настигают тех бойцов, которые в ответ на спортивное приветствие в начале поединка бросаются на своих оппонентов, пытаясь за счет нежной атаки быстро выиграть бой. Очередной такой случай произошел на турнире Шлеменко Fighting Championship 4, который прошел в Омске. В одном из главных боев вечера хорошо известный болельщикам бывший претендент на пояс чемпиона M1 Challenge Александр Осетров бился с бразильским бойцом Вильямом Лимой. Кстати, как и предыдущие три турнира, соревнования промоушена Александра Шлеменко вновь изобиловало интересными и зрелищными поединками. Полное его видео доступно на личном YouTube-канале Шторма, который вы найдете по ссылке в описании. Дорогие друзья, с тех пор, как мы перезапустили наш канал, на нем опубликованы сотни видео с крутыми и зрелищными боями как с турниров M1 Global, так и других организаций. И мы рады, что они пользуются у вас большой популярностью. Новые видео выходят несколько раз в неделю. И чтобы не пропустить очередной шедевр из мира единоборств, настоятельно просим вас подписаться на наш канал, если вы этого еще не сделали. Ведь согласно статистике, 9 из 10 зрителей смотрят нас, увы, без подписки. А если же уже подписаны, то обязательно прожимайте колокольчик, чтобы быть в курсе всех обновлений. Заранее благодарны всем нашим уважаемым зрителям и желаем вам приятного просмотра. American Top Team Brazil. Ему 24 года. Его рост 176 сантиметров, вес 64,5 килограмма. Его профессиональный рекорд 11 боев, 10 побед. Вильям Лима. Его соперник, боец в красном углу, представляет команду Шторм Шлеменко Fight Team. Омск. Ему 25 лет. Рост 176 сантиметров. Вес 66,3 килограмма. Его профессиональный рекорд 15 боев. 11 побед. Александр Осетров. Рефери в октагоне Николай Шарипов. Final Zener. You guys are professional. Respect each other. Observe the rules, okay? Listen to my comments. Shook hands. Good luck. Ну что ж, в финале наставления от Николая Шарипова получены. Catch. Catch. Judge. 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 Time. Are you ready? Are you ready? Round two. Fight! Смотрим. Oh. Вот такой ночь. О-хо-хо! Вот это старт! Великолепный удар ногой в голову наносит Александр Осетров. И сейчас он дорабатывает оппонента. Очень близок к досрочной победе. Ну, причем через защиту даже попал хайкиком Александр. Но похоже, что Вильян оклемался. Колено в голову сейчас прилетает бразильцу. Нелегитимный удар. Это вам не One Championship. И опять продолжает наваливать с правой руки. Но вот смотрите, здесь и получает слева еще Делиму. И посмотрите, какие удары. Просто перекрывается. И все. Это остановка, это победа техническим нокаутом. Александр Осетров празднует викторию. Ну, вы сами все видите, дорогие друзья, все эти эмоции. Жаль, что вы не видите, что происходит в рингсайде, где находится Александр Шлеменко, который, как вы слышите, меня покинул, потому что он счел, что когда он сел комментировать, то его бойцы сразу стали драться плохо. Как только он ушел, вы видите, вот и не верь после этого в магию, так сказать, чисел. Но все решил, конечно же, первоклассный удар ногой в исполнении Александра Осетрова. Шикарное исполнение. Даже через защиту, через блок с нетерпением ждем повторы. Громче, громче!